Вы часто спрашиваете у меня в Инстаграм про дорогие монеты Украины 5 копеек. Какие дорогие разновидности? Сколько они стоят? В этом видео я покажу вам вживую дорогую монету 5 копеек, которую я положил к себе в коллекцию. Досмотрите это видео до конца, чтобы случайно не выкинуть такую монету, а заработать на ней. И, пожалуйста, подпишитесь на мой второй канал Монетомания, канал о редких монетах и как на них заработать. Ну что, поехали? Эту монетку я приобрел на сайте Виолити, ссылку на раздел, где я покупаю дорогие монеты Украины, я оставлю в описании. Но такую монету можно найти в обороте. Как видите, эта монета почти не отличается от остальных 5 копеек. Материал – это нержавеющая сталь. Эти 5 копеек стоят порядка 1500 гривен, но все зависит только от состояния. Для нас, коллекционеров, очень важно состояние монеты. И чем оно лучше, тем дороже монета. Посмотрите, в каком прелестном состоянии эта монета. И весь секрет стоимости кроется с обратной стороны, на аверсе. Обратите внимание на год монеты. Эта 5 копеек 2001 года была выпущена банкнотно-монетным двором Национального банка Украины. Здесь вы видите логотип. На прошлых монетах, выпущенных на Луганском станкостроительном заводе, такого логотипа нет. Монета была сделана специально для коллекционных наборов. Тираж монеты всего 5000 штук. Этим и объясняется такая высокая стоимость и желание коллекционеров положить ее к себе в альбом. Но были случаи, что эту монету встречали в обороте и прислали мне фотографии. Реально, конечно, цена у нее меньше, чем 1500, но все равно это довольно приличные деньги. Ссылка на мой инстаграм, куда можно прислать монетки, будет в описании. И, друзья, для удобства общения с вами я создал Facebook-группу, где можно задавать вопросы по монетам, добавлять свои фото, ну и, конечно, приглашать друзей. Добавляйтесь, ссылка будет в описании. На 1000 подписчиков я разыграю вот такую монетку, 1 гривна 96 года. И перебирая ваши монеты, просто обращайте внимание на год этих 5 копеек. Верьте в свою удачу, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем пока, друзья!